Всем привет! Сегодня мы попробуем увидеть самую плохую концовку, которую можно получить на туре. То есть все метки на карте у нас будут черного цвета. Ну, полностью игру мы смотреть не будем. Я ставил здесь только выбор, который можно получить. Вот и первый выбор, который должны были помнить. Который можно либо забрать трофей, либо спасти ребенка. И в этот раз мы будем забирать трофей. Выбор ничего не отличается от прошлого. Мы точно так же падаем в воду. Так. Очевидно, выбор это спить с нее на машине. Ну, прошу прощения за левый за цвет экрана, так у меня комната вся залита солнечным светом. Касательно этого выбора, на самом деле свинью спить достаточно сложно. Она все время выворачивается. Опять-таки на большой скорости его можно и не попасть. Удивительно, присутствий не больше нету. Наш третий выбор. Это отбились руку. Четвертый выбор – убить собаку. Как вы помните, она нас в прошлый раз спасла от мужика с ружьем. А в этот раз... Правильно, мужик убил нас. И комната исчезла. Очередной выбор. Колодец. Как вы помните, нас просто воспитывают. Промотаем. Схватить бабочку или руку? Да, может, есть выборы ничего не делать. Получается, когда бабочку сожрут. Расхватили. Если не ошибаюсь, это уже шестой выбор. Спихнулись мальчика по всем. После чего он попадет в больницу.
вы помните, здесь мы можем либо спасти мальчика, либо бросить его. Там все скрылось яму там. Не знаю, как вам, а мне кажется, что в лесу стало очень тихо, стало очень много тумана. И достаточно темно, если присмотреться. Это место спасения солдата. Мы попытаемся застрелить. Эпическая битва. Стало очень много тумана. Практически ничего не видно. Играем карту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь выборов плохих. Как вы помните, в прошлый раз мы здесь пытались подняться по лестнице, и герой наступил на колючку датура. То есть... Возможно, сейчас придется сделать то же самое. Что ж, эпический момент. Концовка. Да, опять колючка. Что ж, пока отличненько их я не вижу.
что дверь какая-то покорябанная. А, да, вот, вы видите, прямо как в Silent Hill, мы видим как бы альтернативный мир. Система погрябаны, какой-то туман, ну, не знаю что. Все, в крови занавеска, ну, полноценный Silent Hill. Что ж, посмотрим, что за дверью. Мальчик после того, как он упал в бассейн. Что он забрали? Свиньи в клетке нету. Полицейский должен быть сотряс на рукой. Да. Солдата. Солдата нету. Здесь он деревяшка. Вот нет. Да, тут яблоко, морника, собаки, что ли. Мертвая девочка. С трофеем в руке. Что интересно. Думаю, ничего. Дома не видел. А если что, трофей упал. Что ж, все. Вот и вся вторая концовка. Что-то магистра стал нормальный. Все. Самую плохую концовку, которую можно получить. И больше ничего в ней нету. Всем спасибо за просмотр.